И всем привет, с вами Александр Сучков. Это наша, я не знаю, какая уже часть прохождения игры Tabs, а именно Total Accurate Battle Simulator. Закрытая альфа, да. Land File. Понятно. Так, песочница. Открываем. Здесь, значит, что мы делаем. Здесь мы должны выставить... Извините, это не та карта. Давайте Денмерк. Эту снежную карту. На ней кто у нас? Значит, что сегодня будут викинги? Именно огромная, потому что я на фаст-тесте поставил. Количество такое. И топорщиков офигенное количество. И все они будут против неоновцев, но... Значит, не в графике. Но я реально их дофигища поставил. Ладно. Нет, смотрите, что-то уже стало происходить. Уже игра стала отлагиваться вроде. Нет, они их мочат, смотри, топорщики мочатся. Понятно. Так, ну это прям победа. Они сразу их убили. Ладно, пошли дальше. Давайте пусть будет немного таких. И топорщиков. И только-только... Этих топорщики точняк убьют. Опа. Опа-на. Одного, второго, давайте всех. Топорщики. И не всех. Все, топорщикам конец. Нет, еще не конец. Так. Давайте, тащите, тащите. Опа. Сломали пушку. Молодцы. Так, у нас топорщики остались. У нас остались копьеносцы. Прокидают у нас копья. Мочите их. Нет. Ладно. Давайте тогда перейдем на... карту. Сегодня все действия будут теперь на него. Будут играть Греция. Именно столько у них счетов, сто всяких баллист и что-то. И неоновая армия, а именно вот эти вот сыпаки. Значит, так. Значит, что здесь будет делаться? Что-то все-таки здесь происходит. Так. Вот какие-то кубики падают. Значит, опа-на! Я что-то не обратил внимания. Вот они! Они уже этих победили, вот этих вот. Которые на санях были. На подарочных. Понятно. О, все, одного убили. Понятно. И мы сразу победили. Ладно. С этим все понятно, ребята. На этом наша часть заканчивается. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. У вас пишите комментарии под видео. Всем удачи, всем пока.